парке имени Величко с размахом отпраздновали Международный день туризма. На главной сцене прошел праздничный концерт и награждение лучших студентов и педагогов отрасли. Им вручили почетные грамоты и памятные значки. Я состою в студсовете, и мы с ребятами очень часто готовим разные представления, номера, украшаем академию, украшаем залы. И вообще мы очень творческие, поэтому вот нам такая благодарность, очень приятно. Международный день туризма празднует больше 40 лет. Эта традиция пришла к нам из Испании. В честь праздника на трибуну без помощи альпинистского оборудования повесили флаг Всемирной туристической организации. А на сцене прошел творческий конкурс среди студентов Российской международной академии туризма. Мне нравится то, что мы самые классные, потому что мы крутые. Еще мы любим выступать. Наша группа 19-я самая лучшая. Студенты подготовили музыкальные и танцевальные номера, а также командные речевки. Наша команда – туристическая бригада! Наш девиз – мы вместе, мы сила, и ждет нас награда! Нас не остановит любая преграда! И пока туристическая бригада исполняла танец на сцене парка, студенты факультета менеджмента готовились к выступлению за кулисами. Мы будем исполнять самый лучший номер. Такого вы еще никогда не видели. Московский филиал «Арман» лучше всех. Мы самые крутые. Это намного оригинальнее, чем то, что было. Подаваться и зрители ребята исполнили зажигательную песню. Мотив оказался всем знаком, поэтому зрители с удовольствием подпевали. Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-да. Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-да. Прямо за трибуной разместили выставку туристического оборудования. Любой желающий мог примерить на себя спасательный жилет или каску, а также посидеть в лодке или байдарке. Больше всего это развлечение понравилось детям. За проведением творческого конкурса следила строгая жюри. И когда участники закончили свои выступления, ведущий огласил победителей. Первое место. Группа 19. И группа 13-2. Радости студентов не было предела. Ребята обнимались и поздравляли друг друга с заслуженной победой.